Я иду в школу, чтобы научиться всему новому. Это будет интересно. Она, правда, не знает, что такое домашние задания и контрольные работы, но уже рвется в бой. Маша Белик без недели. Первоклашка, не дожидаясь дня знаний, сама собрала все учебники и тетрадки. Гранит науки, ей кажется, будет по плечу. У меня есть дощечка для лепки. Юная ученица даже маму уговорила сводить ее в школу до того, как прозвучит первый звонок. Галина Белик и сама рада. Новую школу в станице Староминской ждали не одно поколение. У меня дочь старшая закончила в 2013 году школу. Тоже мечтали о новой, но не успели построить. А уже вот средняя дочь идет, она будет вести Машеньку в первый класс. Она идет в 11, а Маша в первый. Для станицы, которая считается окраиной региона, новое здание школы действительно большое событие. 400 мальчишек и девчонок 1 сентября попадут в современнейшее образовательное учреждение. Кроме привычных спортивного и актового залов, есть открытый стадион и лингофонный класс. С помощью наушников и микрофонов там будут изучать иностранные языки. А медицинский блок больше напоминает кабинет поликлиники. Здесь даже стоматолог есть. И такую школу построили меньше, чем за год по типовому проекту. В Красноярском крае разработано 12 типовых проектов, по которым и будут строить новые школы. Подобный подход убивает сразу двух зайцев, экономит и деньги, и время. Теперь не нужно заново разрабатывать документацию на каждую отдельную стройку и тратить на это больше года. Типовой вариант, как уверяют специалисты, успешно адаптируется к любой территории в течение 3-4 месяцев. Строительство школ – одна из важнейших задач для развития всей системы образования Кубани. О решении этого вопроса сегодня говорили на Краевом педагогическом совете. Присутствовали на нем не только учителя, но и родители школьников. И, как заметил губернатор, который принял участие в обсуждении, в ближайшие 2 года новых школ появится больше, чем за последние 30 лет. 8 зданий возведут до конца текущего года и еще 14 в следующем. Это сократит число учащихся во вторую смену и, что немаловажно, снизит нагрузку на учителей. Молодые сейчас неохотно идут в профессию. 20% преподавателей пенсионного возраста. Отсюда наболевший вопрос Вениамину Кондратьеву задает молодой педагог по географии из Каневского района. Скажите, возможно ли в ближайшее время на региональном уровне принятие программы субсидирования молодых специалистов или льготного кредитования для покупки жилья молодых? Нам нужно этот вопрос решать и на федеральном уровне, потому что вот эти вот выплаты, они все равно с точки зрения бюджетного кодекса выплаты, они не относятся к нашим обязательным выплатам. Федеральный Минфин не очень поддерживает эти инициативы. Но я еще раз подчеркиваю, что деньги мы зарезервировали и надеюсь, что мы эту программу все-таки продавим, ну или пробьем, по большому счету, потому что она нам необходима. Если необходима, значит, она должна быть. Чтобы помочь молодым преподавателям, в регионе разработают собственную программу поддержки начинающих учителей. Она предусматривает как единоразовые ежегодные выплаты, так и ежемесячную прибавку к зарплате. Нужен комплекс мер, чтобы молодые специалисты, выпускники педагогических вузов вернулись в школу. И этот комплекс мер должен быть не на бумаге, он должен быть реально работающим. Это очень важно. Коллеги, опыт, конечно, вещь неоценимая, но без молодых специалистов, без тех, кто этот опыт будет принимать, нет движения вперед. Профессионалы высочайшего уровня должны быть. Значит, и должны они жить и работать в достойных условиях. Я уже вот поручал Министерству образования края подготовить программу поддержки молодых педагогов. Настоятельно требую Министерству финансов, чтобы включили эти деньги в бюджет. Отдельный разговор о дошкольном образовании. Детских садов не хватает, а федеральная программа по строительству новых закрыта. С учетом того, что на Кубань переезжают все больше семей из других регионов, чтобы решить вопрос очередей к 2020 году, нужно создавать 20 тысяч мест ежегодно. При этом краевые власти готовы выкупать построенные инвесторами садики, только на местах почему-то не торопятся сотрудничать с бизнесом в этом направлении. За 2 года я не припомню ни одного случая, чтобы к нам обратился глава муниципального образования с просьбой выкупить, допустим, детский сад, и мы бы эту просьбу не удовлетворили. Но, к сожалению, никто, ну, большинство, точнее, скажем, эту проблему так уже сегодня и не решает. Вы должны понимать, что все равно мы выкупим, поэтому стройте, коллеги, не бойтесь, но и вы должны рисковать.
не только мы, но и вы тоже должны рисковать. Это ваша зона ответственности. Для развития образования очень важно и то, как, начиная со школы, работает система профориентации. Председатель кубанского парламента не против помочь на законодательном уровне создать такую методику. Предложение такое есть, чтобы выстроились постоянные отношения власти и школы, чтобы учитель и учительство на этой территории знали потребности, сколько требуется врачей, учителей, сколько требуется инженеров, механиков, агрономов, механизаторов и так далее, каких профессий и уровень заработной платы какой у них. И таким образом это было бы действительно профориентация. Не обошли на краевом педсовете и тему школьных поборов. Достаточно жалоб на то, как под разными предлогами с родителей требуют сдавать деньги. И хорошо, если раз в год, а не каждый месяц. Вениамин Кондратьев предупредил, все сборы исключительно добровольно. На все остальное в бюджете заложены деньги. Коллеги, содержание школ, капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием, интерактивными досками и прочее. Это, конечно, задача государства. Вот здесь я подчеркиваю, это задача государства, но никак не родителей. Я понимаю, как это реально происходит, но не нужно это бремя перекладывать на плечи родителей. Это неправильно и так не должно быть. Образовательная сеть в Краснодарском крае – одна из самых крупных в стране. 3000 учебных заведений, из которых почти 1500 – это школы. Только в этом году на расходы отрасли из бюджета выделят 76,5 миллиардов рублей. Это на 3 больше, чем в прошлом. Ведь если жалеть деньги на образование детей сейчас, значит поставить под сомнение успешное будущее всего региона, когда они вырастут. Александр Иванченко, Анастасия Дешина, Денис Перец, Алексей Комаров, Дмитрий Забелин, Кубань-24, Краснодар. Костик, ну ты подумай.